Итак, всем привет, и давайте покажу вам стройку, которая у нас называется Море Видово. Наверх я сегодня не рискнул залезть, еще сказали прям 2 дня, не больше чем 2 дня, и можно будет, да, уже перекрытие есть у нас. Вот здесь уже опорная стена с этой стороны сделана. Смотрите, здесь уже привезли у нас щебень для того, чтобы здесь взять и сделать у нас заезд. Это у нас будет парковка. Парковочные места будут отдельно продаваться. И вот здесь, да, вот смотрите, на таком уровне начинается первый этаж. Сразу говорю, в целом довольно-таки неплохое место. Сейчас привез сюда сестру. Она осталась видовыми характеристиками довольна. Ну и давайте я чуть-чуть вниз спущусь. Вот так это все выглядит. Я думаю, что еще прям 2 дня, не больше, чем 2 дня, и мы с вами уже поднимемся и будем смотреть, да, смотрите, здесь даже первые этажи, а уже будет первый этаж с балконом, поэтому тоже большой, огромный плюс. Я рекомендую, что первый этаж тоже можно здесь брать, да, первый этаж тоже будет, видовые характеристики просто потрясающие. Вот они уже монтируют балконы, в общем, все делают с умом, хорошие мощные колонны, опорная стена. Ну и вот здесь так вот в целом все у нас выглядит. В общем, если честно сказать, я хотел, думаю, переиграть, думаю, взять отцу прохладную долину, думаю, все. Но все-таки сейчас проехались с родственниками и думаю, нет, все-таки это место лучше и гораздо комфортнее и гораздо круче. Вот так вот. Ну, хотя и прохладная долина, сейчас тоже поедем, тоже довольно-таки неплохое место. Вот так у нас все это выглядит. Работа идет, без разницы, дождь, не дождь. Сегодня у нас пасмурно, но все равно просто обалденные видовые характеристики. В общем, будем следить дальше. Жилой комплекс Море Видово. Есть пару квартир сейчас здесь по акции. Если вдруг кого-то что заинтересовало, обращайтесь, с большим удовольствием вам возьму и помогу приобрести в данном доме. Ну и что касается камеры, ту камеру я немножко у нас ухандокал, которая у меня была со стабилизатором. Поэтому приходится снимать сейчас на эту камеру. Многие говорили, что за пятно. Просто вот здесь я ее поцарапал. И в итоге у нас появилось какое-то пятно. Вот так вот штука. Поэтому придется все-таки сейчас взять и снимать именно вот так вот, без стабилизации. Либо сейчас пойду приобрету какую-нибудь вторую камеру, чтобы можно было снимать именно объекты, чтобы вам было хорошо, комфортно смотреть. Ну и опять же, у меня уже мои гости, которые купили здесь квартиру, приходили сюда и, так скажем, пешком спускались к курортному проспекту. У них заняло это 20 минут. Поэтому могу смело сказать, что до моря здесь 20-25 минут, не больше. Ну, теперь всем пока, всем хорошего настроения и следим дальше за строечками. А поехали сейчас мы дальше на прохладную долину. Пока!